Начинается переселение миллионов пенсионеров в Анталию. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних новостей из мира туризма. 150 миллионов европейских пенсионеров могут переселиться этой зимой в курортную провинцию Анталию и ее окрестности, сообщил SSN Turk. Жить в Европе дороже, чем отдыхать в Анталии, а отдых в Турции будет стоить в среднем всего 21 евро в день. Из-за быстро растущей стоимости жизни великое переселение уже началось. Например, немцы, основной источник туристов в этом летнем сезоне в Турции, массово покупают зимние путевки по ценам раннего бронирования уже с середины июля. Анталия, которая является одним из важнейших направлений туризма в Турции, уже начала строить свои планы по зимнему туризму. Руководитель рабочей группы по туризму городского совета Анталии Реджеп Явуз, который подготовил специальное исследование по этому вопросу, подчеркнул, что быстро растущие цены на энергоносители в Европе вынудят пенсионеров переехать. А зимовка в трехзвездочном отеле обойдется дешевле. Например, за 56 дней турист заплатит 511 евро, а в ультра-роскошном пятизвездочном отеле – 9892 евро. В общей сложности европейским пенсионерам курортная провинция предложила 152 отеля и 50 тысяч мест на любой кошелек.